это город Севастополь. Welcome to TV. Привет, цикады и вакациях. Привет. 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 Пару слов, что это будет сегодня? Сегодня прозвучит музыка, навеянная нам самой природой. И мы даже некоторые инструменты создали в своей мастерской, чтобы эту музыку сегодня воссоздать. Да. Вашему вниманию. И от тебя пару слов? Это будет шедеврально, ребята. Это будет шедеврально. Слушаем. Yeah.
1, 2, 3, 4. This was so cool. Cool. Guys, как вы нашли друг друга, ребят? Это правда очень здорово, и я уже вас слышала до этого, поэтому как мы горжусь. Друг друга? Я приехал в лес, чтобы спилить вот такенное дерево, мертвое. И ко мне подошел Сергей и говорит: слушай, сделаем из этого бревна мне на день рождения подарок. Я повернулся, посмотрел ему в глаза, сказал: хорошо. Я сделал ему маленького буратино вот с таким вот носом. И он понял, что нос можно открутить, дуть в него, как в трубу. В общем, буратино не понадобился, остался нос только. И так появился диджериду у Сергея. В общем, такая вот незатейливая, веселая история лесная произошла. Окей, круто. Сказка про буратино. Да. Когда, во-первых, как долго вы еще вместе? Как долго вы играете? И как вы пришли именно к этой музыке? Играем мы вместе 3 года на сегодняшний момент. И как мы пришли к этой музыке, мы играли, где только мы не путешествовали, а точнее везде, где мы путешествовали, мы играли эту музыку. Мы играли, пока она не понравится цикадам. И когда цикады нам зааплодировали, мы поняли, что мы добились музыки, которая нравится цикадам. А потом обратили внимание, что все с цикадами аплодирует весь мир. И, в общем, ну, мы поняли, что это новый мировой масштаб, надо продвигаться, как бы к нему все ближе и ближе. И вот мы сегодня здесь, на мировом известном канале Балкон ТВ. Да, там мы локация. Аплодисменты Балкону ТВ. Спасибо вам большое, ребят. И последний вопрос. Это полностью импровизация или нет? Или вы репетируете каждую ноту? Это полностью импровизация или нет? И мы репетируем каждый раз каждую ноту. Да, это так и есть, на самом деле. Это самый лучший ответ за всю мою жизнь. Супер, спасибо. Это да или нет? Это было Balkany TV. Да. До новых встреч, друзья. До новых встреч. Пока. Thank you.